Добрый день, меня зовут Татьяна Лизова. Я рисую песком для детей и взрослых. Мои руки, этот волшебный светящийся стол и специальный песок создают песочные образы, из которых рождаются различные истории. Истории красивые для всех или истории конкретно про вас и о вас. Чуть больше года назад я увидела по телевизору передачу, в которой рассказывалось о московской студии рисования песком. Следующая моя мысль была, как здорово, чтобы такая студия появилась в Ярославле. На данный момент это наша большая мечта и конечная цель – создать Ярославль-студию, где взрослые дети смогут сами попробовать себя в искусстве рисования песком и в искусстве создания песочных мультфильмов. А на данный момент мы хотим вам предложить две уникальные услуги. Это выступление нашего песочного шоу онлайн на вашем мероприятии и создание песочного мультфильма «О вас, про вас, для вас». Песочное шоу на вашей свадьбе – это всегда красивая романтическая история, которую я нарисую прямо при вас на песочном столике, на большом экране, который мы проведем, она будет отображаться, различным цветным светом она будет обыгрываться. Это может быть история вашего знакомства, вашей любви, а может быть просто какая-то история, которая удивительным образом отличает вас от других пар. В конце песочного шоу на свадьбе я обычно приглашаю жениха и невесту и провожу с ними шуточный мастер-класс. Также к нему могут присоединиться и все желающие гости. В настоящий момент я чаще всего предлагаю молодоженам сделать наше песочное шоу сюрпризом для своей второй половинки, либо же для своих гостей. Итак, в августе прошлого года наше шоу заказывал жених, тайно от своей невесты и гостей. Мы с ним заранее встретились и сделали так, что в конце номера вышел он и написал на песке признание своей невесте. С большим удовольствием мы приезжаем со своим песочным шоу на различные детские мероприятия. Если это детский день рождения, то мы обязательно показываем вначале песочную историю про именинника. Я рисую его увлечения, его мечты. А в конце все детки присоединяются к нам. Мы привозим специальные песочные столики, сделанные под рост детей. Мастер-класс проходит в игровой форме. Мы рисуем мечты именинника, либо же какие-то конкурсные задания. В марте исполняется ровно год, как увидел свет наш первый песочный мультфильм, посвященный ярославским детям-сиротам и благотворительной организации, которая им помогает. Наверное, нашего творчества не было бы без этого такого маленького большого пунктика, как благотворительность. Поэтому сейчас мы хотим сказать вам, что если ваша организация, либо же ваши знакомые друзья устраивают какое-то благотворительное мероприятие, то вы можете позвонить нам, и мы с удовольствием приедем и совершенно бесплатно выступим на этом мероприятии. Также, если вы хотите привлечь внимание к своей благотворительной теме путем создания песочного мультфильма, мы также готовы сделать его на безвозмездной основе. Еще одним направлением нашей деятельности является выступление на корпоративных мероприятиях и создание корпоративных и рекламных мультфильмов. Мы выступали и предлагаем вам заказать наше шоу на какое-то праздничное мероприятие, на котором будут присутствовать ваши коллеги и клиенты.